Почему важен качественный кабель? Всем привет! Сейчас мы расскажем, почему важен качественный кабель в видеонаблюдении. Как-то к нам позвонил клиент и поинтересовался, какой кабель можно подобрать для того, чтобы сигнал прошел на расстоянии в 500 метров. В новых технологиях передачи видеосигнала, таких как HDTVI, HD, как раз заявлена дальность передачи на 500 метров. Осталось только подобрать кабель. Мы выбрали две модели кабеля: RG59 с 40% меди и RG6 с 60% и 90% меди соответственно. Ну а теперь давайте посмотрим. Первый кабель идет RG59 и аналоговая камера. Обратите внимание на двери, она кривая. А также видны шлейфы. Следующий идет камера HD в 1 мегапиксель. Давайте посмотрим, что изображено здесь. Вот здесь мы видим 40% меди. Смотрите, какие можно сказать, фракталы идут. Далее идет TVI камера на 1,3 мегапикселя. Четвертая камера TVI на 2,1 мегапикселя. Что сказать, 40% на расстоянии в 500 метров этого будет маловато. А здесь 60% меди, уже получше картинка, но все равно видны некоторые следы. И дверь кривая. Для 60% кабеля наблюдается характерная тянучка. В общем, 60% дела обстоят немного лучше, чем с 40%, но далеко не идеал. Выходим на 90% меди. Дверь ровная. Здесь что творится? 90%. Какая картинка. На удивление, сигнал камеры на 2,1 мегапикселя проходил лучше, чем все остальные. Поэтому не экономьте на кабеле. Берите хороший. Он есть у нас.